Друзья, всех приветствуем. Мы продолжаем проходить Alan Wake и Nightmare America. Мы в кинотеатре, но не в обычном кинотеатре. Этот кинотеатр для тех людей, которые приехали на машинах. It's you. That's fantastic. Are you okay? Go away. No, I want you. But you'll get Oh. angry if you're here. So you gotta go. You know what Hey. deeply want. Okay. I love you so much. Did you know that love hurts? Are you gonna hurt me now? 'Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So, where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the Слушайте, other наш side герой of the постоянно building, встречает тут одни but it's девчонки. locked. Прикольные девчонки, можно It's жарить одну okay. с другой. Just so that I know to avoid it. А наш герой идет за каким-то светом. It's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Hey, no problem. I'm just gonna go do some other stuff. Scout's on it. Слово скаута. Mm-hmm. Блин. Just try to stay calm. I've seen this kind of thing before. I think you're gonna be okay. Why is it so hard to think? Слушай, Touch my darkness. подумай, ты, наверное, блондинка, It's просто not ты перекрашенная. Трудно, говорит, Remember when думать. you were here before and you kissed me? Так, And then давайте everything сразу came falling apart. осмотримся. That was the best. And we're back with all В kinds общем, of ничего after-dark. интересного в этой комнате, Manager, походу, Hurry. нету. Guys, you and your comeback tour. And you're playing a lot of your classic А, music. ключи, ну да. You've also got a new single, right? How'd that come about? Was it hard to go back into the studio after such a long time? Are you kidding me? The man has encountered this before. People whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself. But merciful light burned away the darkness in his brain. Давайте кадр. Ага. Мимо. Идем дальше. Так, что-то обрез 30 страниц, елки-палки, что за задротство такое? Так, идем. О, что валяется? Беру, 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 все беру. Вот, собственно, стоянка для, где должен быть экран. А вот и экран. О. Ух ты, нифига себе. Это круть. Это круть. Угу. А вот это не круть. Сколько их тут? Блин, опять эти разваливающиеся. Насколько он частей сейчас развалится. Пипец, пипец. Кыш. Да пошли вы нафиг. Так, тихо. Так, кто еще хочет ты? Вау! Я ж всех убил. Идем дальше. Свет далеких планет. Это я возьму. Так, телек.
О, это кто? Жесть. Ладно, понятно, он там кого-то убивает. Жесть. Так, ну хоть в этой части веселее все стало, потому что в оригинале Войка было все как-то мрачно. Так, а куда идти? Так, наверное, туда, да? Надо через забор, что ли, махнуть? Хоть? А, или вон там он спустится, вон, я вижу лестницу там. Сказал наш герой. И пошли мы куда-то сюда. Что был за звук такой страшный? Вон там свет. Значит, мне туда. Так, опять этот сундук вижу. Так. Вроде никого. Сколько надо записок? Винтовка 20. Нафиг винтовка? Нафиг эти записки? Так, и видимо сейчас. Так, снова. Сейчас вот кто-то придет. Я ему ждал откуда. Так, пистолет у меня кончился. Вот и дробаш, а вот и пистолета, патроны. Так, здесь, видимо, нужно будет включить свет. О, сохранялка. Это я возьму. Так, теперь надо додуматься, как мне... Как мне туда пройти. Жутковатое место, как будто здесь кто-то напукал, очень часто пукали. Стоит только зажечь свечку, хотел сказать. Зажечь зажигалку, и все, пиши, пропало. Так, что же тут? Слушайте, тут лабиринты. Вот что тут. Так, а вот сюда, наверное. Страшные происходят звуки здесь. О. Так, страшные звуки, вообще ужасные. Ау, слушайте, как вообще люди работают на таких станциях вообще, да, если кто-то что-то зацепится или споткнется, это все, это жареный человек, как минимум. Вот так вот получил. О. Я иду на свет. Нашел записку. Отличненько, отличненько. Так, о, фото. Как мило. Надо искать никаких дверей дополнительных. Блин, закрытые пространства. Мне это не нравится. Я сейчас дробашом пойду. Так, есть кто дом? Сразу говорите нафиг, а то я вас всех тут повырубаю. Предупреждаю сразу. О, патроны, ништячок. Так. Ага, эта штука тут стоит не зря. Так, это, видимо, рычаги, которые нам нужны. Флешка. Помповое ружье, подожди. Ну-ка, помповое ружье. Так у меня... А у меня какое? Так у меня есть помповое ружье. Так, что делать надо? Типа рычаг вверх, типа включить.
Что-то сделал, включилось электричество. Угу, и пришли гады. Это все. Ух ты. Ты чё, Опух. Кто тебе разрешал тут хозяйничать? На. Так. Канистру убрать нельзя, да? Так, мне надо как-то выйти отсюда нахер. Вопрос только как. А, все, понял, бежать. Опа. Я думал, я уже тут все. Все, вышел я. Довольно было легко. Я уже думал, там все, меня сейчас поджарит. Тут что-то есть. Угу. О, а здесь тоже электричество, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, стоп. Хорош. Так, замок какой-то. Нельзя пройти, да? Хорошо. Джж. Сейчас пройдет. А мы такие хопочки. Куда-то пробежали. А, все, где-то здесь выход был. Вон он. Сейчас, подождите. Сейчас. И вот сейчас вот. Опа. Так, а что дальше-то? Здесь выход. Хорошо, он свет, бежим. Отлично. Так, что-то я, по-моему, по кругу хожу. Это не выход. Ну, ну что? Что это такое? Они что-то кидают. Ой-ё! Вот так. Что кидают-то эти ублюдки? Так. Пистолет переходим. Такой сзади бежит без пальмы, да? Пошли. Вперед, 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 вперед. Этим ублюдкам покажем. О, включился телек. Собственно, что это такое? Бомба. То есть есть световая бомба, а это темновая бомба. Ты где засранец? Так, один докидался. Второй докидался. Чё он там крутит? Ты телефоном не умеешь пользоваться? Что он будет делать? Лол, так. Сейчас сохраняшку сделаем. Смешной он, этот. О, да, да. Да, я себе обтачил об кактусы. Он что-то говорит, но мы не слышим почему-то. Видимо, не включится звук. Да и нафиг его. Так, если я так иду напрямки, это нормально? О, это нормально. Видимо. Так, стоп. О! Пошли нафиг. Так, кто первый? Подходите, подходите, у меня для света на вас всех хватит. Ударить хочешь? Да фигушки тебе.
Еще один. Да пошел ты нафиг. На, на. Идем дальше. Надо спасти девушку, которая там. Так, отключить свет. Did you help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He's in my head. I feel like I need to take 50 showers. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. He was talking about fixing things so the sun never comes up. God, it didn't seem that way when he was saying it. It sounded really good at the time. Weren't yourself. Projector. That sounds about right. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. He said he'd be back after he'd arranged for some security. Вот такие вот дела. Мы спасли девушку. Блин, патроны прям респаунятся. Так, тут ничего такого, да? Ну что ж, идемте на выход. Девушку мы спасли, все, и уходим. Ну. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Я в фильме? Yeah, it's like... I mean, it's just footage she shot of you at some point. But she turned it into this thing. It's a... almost like a memorial of sorts. Because, you know, you're supposed to be dead. Or... something. Uh-huh. С Элис все в порядке? How's Alice? Is she all right? She's... okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. It just looks the same. Like, you know. Yeah, but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but I... there's something about him. This... God, he's so creepy. Anyway, you're not like him at all. I hope you can stop him. Хорошо, мы попробуем его остановить. Так. Этот гад все там в экране бесится. Войти в здание проекторной нам нужно. То есть вон туда. Хорошо, давайте это сделаем. По ходу дела... Что это? А, ну да, конечно же. Просто так нас туда не пустят. И что делать надо? Нифига себе. Это что вообще такое? Так, крыш. Ой, блин, это флешка. Ладно. А, трубы обезвреживать. Офигенно, так. По-видимому, будут еще, наверное, да, трубы, так как я понимаю. Только надо найти их. Ничего. А, вот, у меня на карте они показаны. Есть. Давай, давай, давай. Что ж ты? Так, хорошо. Еще вон там где-то.
Где ты тут? Есть. Есть. А вот тоже уничтожить надо, да? Есть. Ну, особого труда не составило это, но скажу я, что не знаю, чем разработчики вдохновлялись после оригинальной части. Так, вести код. The champion of light can feel the fragment of the signal in his pocket. The weapon that can change what will be. It's incomplete, but it's all he has. Который изменит. Ну что ж, господа, мы на этом серию завершим. В следующей серии мы начнем с этого места. Весьма все запутано, непонятно, но экшен перебивает все это вместе взятое. Ну что ж, ну и тем не менее, нам вроде показывают, что Алан вроде как ехал на этой машине, которую нам постоянно показывают в каком-то фильме. Он это или его двойник, не знаю. Но, по-моему, машина с первой части. Что ж, всем удачи, всем пока. До скорых встреч. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.